Всем привет! Итак, замена в косметичке. Начнем с базы. Под тени слева пустышка, справа то, на что меняю. Так, далее продукты для бровей. Слева мне сейчас действительно очень сложно стало пользоваться. Кремовая подводка для бровей, но она очень темная, очень тяжело. Нет, сейчас я ее отложу. Ее я именно убираю. И справа два продукта, которыми я пользуюсь. Это маркер и от Rimmel средство кремовое. Вот ими двумя я пользуюсь. Ну и тени, естественно, ну просто вот такая вот у меня замена. Далее я не убираю, но вот слева продукт я его буду брать с собой. А справа два продукта я перелила в баночку от Catrice. Но еще, естественно, вот в этом стеклянном бутыльке тоже есть продукт, поэтому как это не замена, а два продукта, которые я один использую на работе, другой дома. И также вот такие вот продукты я еще взяла в использовании, ну, как бы тоже, чтобы на работу брать, один продукт, заменяющий мне два. Конечно, не такие стрелки получаются, но все же я возьму его как дополнительный продукт.